Привет! Для начала работы с платформой Автофарм нужно немного подготовиться, но я сейчас объясню процесс по пунктам, чтобы все действия были максимально понятны и в дальнейшем не вызывали вопросов. Поехали! Заходим на сайт Автофарм и подключаем кошелек. Мы будем использовать MetaMask. Далее выбираем пул для стейкинга, который требует создания токена ликвидности из нескольких активов. Мы возьмем пару CakeBNB и создадим соответствующий токен. Заходим на сайт PancakeSwap и подключаем тот же кошелек, что ранее. Для создания токена ликвидности в нашем кошельке должны быть целевые активы – Cake и BNB. Инструкция по приобретению и обмену валют есть в нашем медиуме. Ссылочка будет в описании к этому видео. Кликаем по разделу Trade и из списка выбираем Liquidity. На кошельке пока нет токенов ликвидности, поэтому нажимаем кнопку Add Liquidity. Сверху выбираем Cake, снизу BNB. Указываем необходимое количество любого актива, второй рассчитается автоматически. Нажимаем кнопку Enable Cake и подтверждаем разрешение. Далее нажимаем Supply и Confirm Supply. Подтверждаем действие в кошельке и проверяем его. Там отобразится созданный токен ликвидности. Возвращаемся на AutoFarm и в разделе Депозит указываем необходимое количество активов. Нажимаем Approve и подтверждаем действие. Ждем появления новой цветной кнопки «Депозит» и нажимаем на нее. Опять подтверждение в кошельке и готово. Мы успешно отправили наши токены ликвидности на платформу AutoFarm. Осталось дождаться вознаграждения в MDAO и забрать его, нажав на кнопку Harvest и подтвердив транзакцию. Для вывода токена ликвидности с платформы AutoFarm и его расформирования на PancakeSwap выполняем все действия в обратном порядке. Переходим в раздел Withdraw, вводим количество активов для изъятия и нажимаем на кнопку Withdraw. Подтверждаем действие и проверяем баланс нашего кошелька. Далее возвращаемся на сайт PancakeSwap в раздел Trade Liquidity. Здесь отображается наш токен. Нажимаем кнопку Remove, выбираем количество, нажимаем Enable и подтверждение. Еще раз Remove, подтверждаем расформирование токена и разрешение в кошельке. Проверяем баланс, там видим Cake и BNB снова отдельно. Как видите, все очень просто. Если хотите выбрать пул стейкинга с большим вознаграждением, используйте соответствующие активы для создания необходимого токена ликвидности. Больше способов заработка с MarsDAO в медиуме проекта и наших видеоинструкциях. Пока!